Всем привет! Сегодня дождь и скверно, и мы не виделись, наверное, 24 часа. Я надеюсь, что вы соскучились, мы так это точно. В такой пасмурный вечер особенно, как никогда, просто хочется сделать кому-то приятное. Пригорнуться до когось, врешті-решт, или подарить подарок, в конце концов. Тем более, что их-то есть у нас. Вы смотрите программу «Супер Техно Перегони». И я продолжаю совмещать полезное с приятным. Продолжаю обнимать Валерию Бордо и дарить автомобили направо и налево. Вот так. Я занимаюсь именно тем же, чем занимается мой дорогой Вадим Ярошенко. А именно, мы продолжаем под эгидой компании Comfy дарить вам массу позитивных эмоций. И, конечно же, кроме позитивных эмоций, мы дарим вам автомобиль ежедневно. Причем вчера у нас выиграл замечательный человек, ну не знаю, как замечательный, счастливый, везучий, точно. Виталий из Днепродзержинска. Поздравляем еще раз. А вот кто сегодня станет победителем, мы определим в течение нескольких минут. Автомобиль — это, знаете, само по себе мечта. Но на этой мечте можно также еще воплотить в жизнь любую мечту, даже самую смелую. Даже в историю можно въехать запросто. Вот, например, два американца взяли, сели в свой автомобиль, представляете, и въехали в историю. Они просто взяли и переехали из Лос-Анджелеса, переехали в Нью-Йорк. Они преодолели расстояние в 11 тысяч километров. Ну и в чем же здесь соль, спросите вы, соль бемоль? А я вам отвечу, они сделали это задним ходом. Вот так. А что в этом удивительного, собственно говоря, я не понимаю. Ну, то есть тебе не кажется удивительным проехать 11 тысяч километров задним ходом? А, вот как. Вы знаете, для воплощения ваших идей, связанных с автомобилем, конечно же, вам необходима наша акция, которая и дарит вам те самые автомобили. Если у вас есть мечты, это самое главное, то автомобили мы вам гарантируем, если вы, конечно же, принимаете участие в нашей акции. Если же с мечтой как-то туговато, то вы, знаете, тоже не расстраивайтесь. Дело в том, что мы сейчас вам возьмем просто-напросто и подарим карту от Comfy для совершения покупки на сумму 250 гривен. А уж что вы с ней будете делать, это уже ваша забота. Это уже ваши идеи. Звоните к нам по телефону. 205-44-88. Right now. Итак, продолжается акция от Comfy в прямом эфире, и мы ждем, ожидаем звонка первого дозвонившегося в нашу студию, чтобы ответить на наш замечательный вопрос. Алло. 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 Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Будьте любезны. Представьтесь. Слава Скива. Валерия, очень приятно. Вадим. Итак, были ли вы когда-либо в магазине Comfy? Ну да. Вам там понравилось? Да, очень. Вам комфортно там было находиться? Да, конечно. Ах, я вас понимаю, мне там тоже комфортно находиться. Вот, у меня к вам следующий вопрос. Нескромный. Нескромный. Выпивали ли вы когда-либо за рулем? Пока нет. Пока нет? А вы водите машину? Нет. И впредь, когда у вас уже будет машина в наличии, я полагаю, она таки будет, будете ли вы выпивать за рулем? Да нет. Правильно. Вы абсолютно правильный гражданин правильной страны с правильными законами. А вот знаете, в одной из стран нашей планеты законы абсолютно антагонистичны нашим законам. Вы знаете, там, например, правонарушители... Пьющие страдают гораздо в меньшей мере, чем нарушители дорожного движения не пьющие. Ты при этом на пьющий показала на меня. Ну, я же откровенная женщина. Ответьте, пожалуйста, что за страна такая, где пить за рулем допускается? Да, в общем, практически вам ничего за это не будет. Итак, варианты ответа. Слав, слушайте внимательно. Первое — это в России. Второе — это в Финляндии, да? Третий вариант — это США. Ну и четвертый вариант — это Уругвай, Уругвай, кого хочешь, выбирай. Какой вариант нравится вам? Думаю, Уругвай. Вы правы, правильный ответ. Откуда вы? Вы выиграли подарочную карту от Comfy на сумму 250 гривен. Отправляйтесь с этой самой картой в магазин Comfy. Приобретайте все, что в вашей душе угодно, конечно же, в рамках этой суммы. И участвуйте в нашей... программе. Я не знаю, что Слава купит, в конце концов, но я вам скажу так, что если у вас нет мечты и вы еще ничего не придумали, вам поможет наш многосерийный фильм «Приключения Жени и Тасани в магазине Comfy». Давайте посмотрим, что интересного нашли там они. В
Привіт всім, це програма Супер Техно Перегони. І сьогодні ми вирішили дізнатися, що можна зробити з LCD-телевізором, якщо не дивитися його. За статистикою, українці дивляться телевізор 3-4 години на добу. І з ним прокидаються і лягають спати. Прибирають, прасують і відзначають свята. А як ще можна використати LCD-телевізор? Це з'ясують Саня та Жека. В гори поїхав, всі зі сноубордами, перегорнув, сів, поїхав. Далі. Береш тако, плакат апреля, наклеюєш такий. Так. І такий, не. Це другий варіант же. Так, да, це другий варіант. В ванну. Так. Ну, нема ж стиралки. Тією стороною. Тією стороною, бо там рібристе. Отак. І погнав труселя. Труселя так, стираєш. Звісно, отак. Давай, давай. Одна LCD-шка добре, а дві ще краще. Так обереш свій і до мене приходиш, такий ставиш. І два. І таке. Да. Я твій дивлюсь, ти мій. А добре. Що? Ще такий варіант, знаєш? Так. Отако береш у ті всі мої. Такі, всі так. Береш. Поміж них отут тако скотчем. Раз. Ага. Отак два. І одна стіна будинку готова. Ти можеш жити в телевізорах. О, просто соткався на паспорт. Тако береш флешку, вставляєш. На. І там 16, 25 і отак ти багато фоток робиш. Гражданин, типу, да? Типу такі менти прийшли, ваш паспорт. Дістаєш, пульт, да, пульт і все. На. Да? І одразу розуміють, серйозна людина. Коли власні варіанти вичерпано, можна звернутися до консультанта. Что угодно можно. Фотки, да? Фотографии, слушать музыку. Можно через телевизор слушать музыку? Конечно. А это же равно незручно, так? И ты с телеком побудешь и слушать музыку. Ну, конечно. Это можно машину и телек поставить, знаешь, такие вилки. Это гарные варианты. На спортзалу не вистачає часу. Пару вправ можна зробити і в торговельній залі. Що? Пішли працювати. А, ну да. Це ж супертехноперегони. Шукаємо, шукаємо і знаходимо ще одного співрозмовника. Якщо зламався LCD, що з ним робити? Викинути, мабуть. І все? Ну, для самозахисту, мабуть. Для самозахисту LCD? Да, добре, да. Гарний варіант. Тож варіантів, як використати телевізор, ціла купа. Вирішувати вам. А ми лише бажаємо, щоб ваші LCD-улюбленці служили вірою і правдою багато-багато років. Це була програма «Супертехноперегони». Побачимося завтра о 19 на М1. Я задержусь, ничего, не бойся меня, я Маугли. Вы знаете, мужчины, они ведь не взрослеют, просто их детские автомобили маленькие превращаются в большие внедорожники. А вот те самые плаксы, помните, да, которых мы не брали в свои игры, и которых дергали за косички, они вырастают и становятся прекрасными, красивыми девушками, такими как Валерия Монто. С которыми эти самые взрослые мальчики и забавляются. Представляете, дорогие женщины. Ну да ладно, да ладно. Сейчас об удаче речь идет. Конечно же, на кону удача. Именно моими руками она сотворяется. А вы, аллегорично выражаясь, ловите ее за хвост и участвуйте в нашей акции. Итак, сейчас мы запускаем нашу машину удачи. Итак, барабан начал крутиться. Значит, песню знаю про барабан, знаешь? Спойка. Барабан был плох, барабанщик бог. Это, кстати, про тебя песня. Ты же у нас богиня. Вот. Ну а барабан у нас, в общем-то, тоже неплох. Как сложно, он может быть плох? Конечно, там столько ваших мечт, да, которые так долго пылились. И ну да ладно, да ладно, хватит, они хватит. Они станут уже реальностью. Увлажняться соками машины счастья, отвергаем ее и достаем один из уникальных кодов, принадлежащим кому-то из вас, дорогие телезрители. Внимание на экран. То, что вы сейчас видите, это тот самый заветный код. А внизу вы видите телефон, мы не полностью его показываем, чтобы никто не звонил и не занимал линию, потому что именно мы сейчас будем звонить этому счастливому человеку. Буквально через несколько секунд вы услышите его голос. Если кто-то только что включил свои телевизоры на канале М1 и не знает, что происходит, здесь происходят чудеса. Каждый день. В стране, где не так часто вот что-то падает с неба и вдруг делает человека происходит счастливым. Да. Чаще, наверное, может, даже отнимают, да? Вот дарят. Я вот с тобой не согласна. Дарят. Все-таки в программе Супер Техно-Парегоны. Согласись, все-таки. Мы, собственно, да, наша программа, наверное, в рамках страны действует. Поэтому наша страна, наверное, в некотором смысле альтруистична в отношении народа своего. Программа замечательная. Нам повезло, Лер, с тобой. Мы дарим. Нам повезло, потому что мы живем в стране, где рудят
компания Comfy со своими призами. Просто банда, да, можно сказать? На самом деле, хорошие, порядочные магазины, 80 магазинов по всей стране. И если вы проходите мимо, не проходите мимо, обязательно зайдите и что-нибудь купите. Мы сейчас будем принимать телефонный звонок. Итак, я слышу гудок и говорю: алло, здравствуйте. Алло. Заеду же оператора, мы принимаем звонок. Алло. Алло. Как жаль, если мы не дозвонимся потенциальному победителю. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте, вас беспокоит канал М1. Как вас зовут? Кто беспокоит меня? Канал М1. А кто такой? Телеканал, музыкальный телеканал М1, ваш любимый. Знаете, там клипы крутят, музыку хорошую играют. Вы знаете Валерию Бардо? Вряд ли, человек. Нет. А Вадима Ярошенко? Человек тупой, безграмотный. Нет, что вы. Я слышу, вы истинный интеллигент. Скажите, пожалуйста. А вы хоть там по-моему говорите, я же не буду там это самое. Что женщина, то мужчина. Главное, вы нас дослушайте. Давайте да. Так, вас как зовут? Иван Михайлович. Иван Михайлович, еще раз, давайте начнем все сначала. Иван Михайлович, вам звонит телеканал М1. Нам стало известно, что вы недавно были в магазине Comfy, правда? Ага, да. И вы совершили там покупку, ведь правильно, было дело? Да. Иван Михайлович, дорогой мой человек, дело в том, что вам несказанно повезло. Совершив покупку, вы приобрели не то, что вы приобрели. Кстати, собственно, что вы, кстати, купили? Скажите, пожалуйста. Две машинки стиральные. Вот. Вы везли своим ходом их? Что-что? Своим ходом доставляли их? Да. Я еще их не получил. А, еще нет. А автомобиль у вас есть? Есть. Один? Да. Дорогой человек, у вас теперь... разбитый, то не считается. У вас теперь два автомобиля. И вот тот разбитый, который не считается, вы его теперь не считаете. Потому что у вас есть замечательный, новый автомобиль, внедорожник Рено. Мы вас поздравляем. Да, вы явились победителем нашей акции от компании Comfy. Вы выиграли автомобиль. Мы вас поздравляем. Что вы шутите? Да нет, я правду, я вам честное слово даю. Будьте сейчас на связи. Договоритесь с нашим оператором, где вы, когда заберете свой автомобиль. Какой автомобиль? Автомобиль Рено Дастер. И только пообещайте нам теперь не вешайте трубку. Не вешать нос, никогда не говорить плохое про канал М1, потому что именно на канале М1 могут так вот взять и осчастливить человека. Верьте в чудеса, под Новый год они совершаются. Всего вам доброго, до свидания. Мы вас поздравляем. Поздравляем от всей души и, наверное, будем прощаться, заканчивать нашу программу. Дорогие телезрители, не забывайте, что благодаря нашей программе, благодаря акции компании Comfy, удача вас буквально преследует ежедневно. Ежедневно она ожидает своего властителя. Мы вам несказанно завидуем, Лера, потому что нам по условиям акции запрещено принимать участие. А вам-то ведь можно. Заходите на сайт m1.tv и принимайте участие в программе «Супер Техно Полигоны». До завтра. В 19:00 увидимся снова. Пока. Всех вам благ. Пока.